Все привыкли к недолгим звездным бракам, но есть знаменитости, которые счастливо живут с неизвестными широкой публике людьми. Красотка Джулия Робертс познакомилась с оператором Дэниелом Модером на съемках фильма «Мексиканец». Они не расстаются более 20 лет, и у них трое детей. Джордж Клуни встретил Амаль Аламуддин во время званого ужина, устроенного общими друзьями в 2013-м. Год спустя они поженились и воспитывают сына и дочь. Трекратная обладательница Оскара Мэрил Стрип вышла замуж в далеком 78-м за скульптора Дона Гаммера и счастлива в браке уже более 40 лет, родив четверых детей. Энн Хэтэуэй и Адам Шульман, ювелирный дизайнер и бизнесмен, поженились в 2012-м. У счастливой пары двое сыновей. Натали Портман познакомилась с хореографом Бенджамином Мильпье на съемках фильма «Черный лебедь». Свадьбу сыграли в 2012-м и воспитывают двоих детей. Мэтт Дэймон встретил бармена Лусиану Борозу в Майами, когда снимался в фильме «Застрял в тебе и пошел выпить». Они поженились в 2005-м. У них три дочери. Рок-музыкант Джон Бон Джови, несмотря на толпы поклонниц, в 89-м тайно женился на школьной любви Доротее Хёрли. Пара воспитывает четверых детей.